СБУ звонит регулярно, спрашивает, а вы что-нибудь знаете о своем муже? Может, он уже домой вернулся? Может, вы его прячете? Если у вас будут новости, вы нам скажите, пожалуйста, а то к нам информация не всегда доходит. Это служба безопасности Украины. Последний раз, когда звонила в службу безопасности, они сказали, вы понимаете, мы за линией соприкосновения никого не ищем. Там же стреляют, у нас никто не хочет туда идти, их могут убить.